Я должен ликвидировать Центр по борьбе с коррупцией как главный источник коррупции в Молдове. За весь период своей деятельности эта структура участвовала в покровительстве во всем, участвовала в покровительстве известному во всем мире ландромату. Верхом цинизма с их стороны было то, что они допустили даже кражу миллиарда из нашей молдавской банковской системы. Из лучших и честных сотрудников Центра по борьбе с коррупцией, Министерства внутренних дел, СИБА, прокуратуры, я создам новую спецслужбу, которая, по примеру израильского того же Моссада, мы будем выезжать за рубеж, мы их будем ловить, мы будем их как собак сюда привозить вместе с всеми теми деньгами, которые они украли у нас. И в Центре по борьбе с коррупцией, и в МВД, и в прокуратуре, и в СИБе есть нормальные ребята. Для этой спецслужбы, сейчас начнут специалисты там критиковать, мне не нужно четырехэтажное здание, как в Центре по борьбе с коррупцией. Мне нужна будет служба, в которой будет работать 30 человек. 30 человек с хорошими зарплатами, но самое главное, это будут настоящие патриоты, результаты которых вы увидите очень быстро. Чтобы я не выходил к вам раз в год и говорил, вот это у нас не получилось из-за того, вот это у нас не получилось из-за этого и так далее. Поверьте мне, вот эти 30 ребят, это как 30 партизан, это будут те люди, которые, про которых потом будут писать книги, будут писать историю. Сегодня в Ютубе появляется видео про Моссад, раз я его привел как пример, как они уничтожали террористов в мире в течение десятилетий. Те, кто убили спортсменов сборной Израиля на Олимпиаде в Мюнхене и другие преступления. Вот нам нужно такое подразделение. Зачем сегодня вот этих 4 этажа с лицами такими? Я как бы сам не худой, но там у некоторых из них животы больше, как у некоторых коров на ферме, понимаете, на 9-м месте.